политической военную стадию и возложил ответственность за это на российскую сторону. Премьер Крыма Сергей Аксенов, выступающий сегодня в Госдуме, сказал, что юго-восток Украины является поддержкой со стороны России. Уверен, что Российская Федерация сможет защитить своих людей, добавил Аксенов. Верховный суд вернул лицензию петербургскому информагентству «Росбалтик». Ебан направо перед фурой, блядь, вильнул. О, ну все, хана. Ну то девка не там. Пиздец. Ебанутый, он сам виноват, блядь. Минут Серега Макар, вот эти завтра 15:00 в Москве. Пока. Вон машину ударились. Блять, ебанутая сука! Копыла, блять! Ты чё вообще охуела, блять? Смотри, давай.
Вздыть! Смотри, еще хуй. За голову вообще схватился, блядь. Менты уже приехали. Развернулись, блядь. Вообще надо ту дорогу нахуй закрыть, блядь. Да, они мой крыш. Нихуя, маш... они еще и в горочку, блядь. Они сейчас машину там поставят. Ахуй! А, так смотри, еще этот же въебал, да, получается? Да, да, вот этот отъехал, он, ну, назад же этому стукнул, нахуй.